Кубань – это аграрный край. Сельский труд на свежем воздухе нелегок, и питание аграриям требуется калорийное и разнообразное. В зерновой компании «Новопетровская» этот вопрос решен. Наша съемочная группа побывала в одном из лучших предприятий региона. Столовая в хозяйстве замечательная, чистая и просторная. А самое главное то, что здесь работают неравнодушные люди, мастера своего дела, которые считают, что вкусно кормить людей – очень важная и нужная работа. Коллектив у меня очень хороший, квалифицированный, добросовестный, ручки золотые моих поваров. Готовят все прекрасно, вкусно, красиво. Никто никогда не жаловался. Готовим мы на отделение, на подразделение, выезжаем в поля, кормим в полях, всегда, чтобы было горячее, всегда, чтобы было вкусное. Продукты для приготовления блюд закупаются только качественные и свежие. Это вместе с мастерством поваров помогает добиваться высокого качества питания. Я сама продукты закупаю только самое хорошее с нашего оптового рынка славянского, с сельхозпродукцией и нашего ЗК Новопетровска есть у нас тоже. Рис, например, мы готовим из нашего риса прекрасного, вкусного, очень вкусные каши. Горячие обеды доставляются прямо в поле, где шла напряженная рисовая страда. Комбайнерам, трактористам и водителям дорога каждая минута, поэтому они с удовольствием обедают в полевых условиях. Постоянно девчата стараются, вкусно, все хорошо. Первое, второе, пирожок, компот. По желанию ужин, кто желает, ужинает. После хорошего обеда Анатолий Бойко, комбайнер с 25-летним стажем, и другие труженики с новыми силами приступили к уборке белого зерна. Специалисты, которые имеют для этого возможность, обедают непосредственно в столовой, где сделано все, чтобы аграрии смогли поесть в комфортных и санитарно-безопасных условиях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».